Приветствую всех на канале шоу «Безумный инвестор», шоу, в котором мы покупаем активы, основываясь на стратегии. Чтобы ознакомиться с ее принципами, смотрите первое видео. Закончился очередной торговый день, индекс S&P вырос на 1,23%, открылся большим гэпом вверх. Сегодня дошли до отметки 3020 пунктов по S&P, то есть наконец-то преодолели отметку 3000, но под закрытие откатились на 2991 пункт. Технологические компании не росли, а снижались. Также довольно сильно снижался сектор биотехов. Но все остальное довольно неплохо отросло, и за счет этого индекс показал хороший рост. Портфель сегодня, к сожалению, потерял $127, связанный с тем, что он практически полностью защитный. Все эти активы сегодня теряли. Давайте посмотрим. ETF на S&P подрос на 1,27%, ETF на золото снизился на 1,42%, ETF на длинные облигации снизился на 1,28%. Таким образом, сегодня будем продавать ETF на S&P и покупать золото. Совершаем сделки, для начала продаем S&P. 4 бумаги, комиссия $1, сделка совершена, покупаем золото. Тикер GLD, 6 бумаг, комиссия $1. Так, все сделки совершены, на этом все. Сегодня была новость на рынке от компании Novavax о том, что она приступила к испытаниям вакцины на людях. Также все волнуются из-за второй волны коронавируса, и обострение отношений с Китаем тоже никуда не ушло. Так что следим за всем этим делом. Но для меня, как индикатор, то, что мы прошли 3000 пунктов, говорит скорее за то, что рост продолжится. Может быть, будет небольшая коррекция, может быть, и не будет. Посмотрим. На этом все. Спасибо за внимание и до встречи завтра после закрытия рынка.